Отже, раді представити нашого ранкового гостя. Аркадій Дебаген у нас в гостях, підприємець. Ну, людина, яка тепер за декілька днів зі слів ваших же в Фейсбуці знає про віруси чи не все. Отже, якщо говоримо про чи не найбільшу, а експерти зазначають, що найбільшу кібератаку за часів незалежної України, адже реально лягли, якщо говорити сленгом комп'ютерщиків, банки, компанії, підприємства, заправки, оператори представництва медицини, їхні сайти, абсолютно усі та сервери, відповідно, не працюють. Що з цього приводу можете прокоментувати і, відповідно, чому так сталося, як думаєте? Ну, прежде всего, доброе утро. Тема, конечно же, в последнее время нашумевшая, и об этом многие говорят, и это относительно такой резонанс. Прежде всего, потому что очень масштабно, во-вторых, потому что это действительно произошло в преддверии праздника Дня Конституции Украины. Но сейчас я не о политике. Что на самом деле произошло? Действительно, 20, то есть это у нас было позавчера, да, у нас произошла достаточно масштабная и одновременная практически с большинством наших партнеров кибератака. Что это такое? Это означает, что те программы, вредоносные программы, которые были занесены на компьютеры, очевидно, это произошло до этого времени, в этот момент активно начали функционировать. И, в общем-то, ну, в конкретном случае, да, который связан с этими вирусами, они зашифровали определенным кодом документацию предприятия и, в общем-то, видоизменили операционную систему, лишив возможности к ней получить доступ и, в общем-то говоря, предложили заплатить деньги на некий электронный кошелек. Это произошло абсолютно по большинству крупных и средних предприятий, пострадали, как вы знаете, даже коммерческие банки. То есть похожая информация появилась везде, включая банкоматы. Собственно, вот то, что случилось. В основном в данном случае пострадали предприятия, потому что источник распространения вируса, он был такой более корпоративный. То есть у всех у нас существует специализированный сервис, интернет-сервис, формирование и отправки нашей налоговой и статической отчетности. Этот сервис поддерживается государственно-фискальной службой, и, в общем, с ней она и работает. Если говорить об этом сервисе, то они дали официальное обращение, что это не через них, как я понимаю. А вот, например, Microsoft вчера прокомментировал, что именно через эту программу MiDoc происходила рассылка вредоносного обеспечения, и, соответственно, пострадало еще 64 страны, кроме Украины. Окей, да. Так это и есть, но сейчас я попытаюсь быстро объяснить, в чем дело. Прежде всего, да, действительно, есть, я могу совершенно твердо сказать, что это произошло именно через эту программу. Подтверждение тому, мы провели анализ действительно того, как заражались компьютеры нашей системы, и выяснили, что это произошло вместе с программным продуктом, обновлением программного продукта, пришедшего именно от этого ресурса. Но я думаю, что это частность, которая сейчас наверняка зрителям может быть не так интересна. Я бы хотел рассказать о том, каким образом вирусы распространяются. Вот да, и есть ли возможность, соответственно, заразить свой компьютер этим вирусом, если человек не работает с этим вот сервисом, да, специализированным. Это просто частный компьютер, ноутбук, планшет, и какие операционные системы, соответственно, могут подвергаться? Значит, смотрите, ну, прежде всего, в чем сама по себе структура вируса? В отличие, там, скажем, от того, что мы видели в фильмах, когда какие-то молодые ребята, там, хакеры в ночное время взламывают компьютеры, кому-то пробираются, что-то пытаются делать, это кино. На самом деле, надо себе понимать, что вирус вы приглашаете к себе в компьютер сами. И так происходит всегда. То есть вирус – это программный код, программный продукт, который вы должны запустить. Просто задействовать эту программу на своем компьютере. Другой разговор, что она крайне редко или почти никогда не приходит как самостоятельная программа. Она привязана к каким-то файлам, которые вы получаете. Ну, безусловно, большинство файлов, которые вы пытаетесь получить извне, из интернета или, скажем, из каких-то внешних источников, но вы представляете себе о том, что вы получаете, что это за файлы. Но часто вирусы прячутся в теле каких-то файлов или стараются выглядеть похожими. То есть первый месседж, да, никто в ваш компьютер не может направить файл или его там запустить. Файл к вам может прийти при помощи почты, файл может прийти вместе с какими-то полученными вами документами, но запустите вы этот вирус только сами.
И причем только руками. Если его распознать, какое там должно быть расширение, вот последние вот эти цифры? Вы знаете, вот это, вот сейчас в последнее время стали об этом часто говорить, что вот вирусы имеют такие расширения, такие расширения. Вы знаете, вирусы могут иметь разные расширения, и сейчас, наверное, ну, наверное, нет смысла перечислять все возможные сочетания букв, которыми могут быть названы вирусы. Это любой запускаемый файл, неважно, какое расширение он имеет. Это первое. Второе, что очень важно понимать. Сам по себе, попадая к вам в компьютер, вирус, ну, в общем-то говоря, имеет своей целью прежде всего распространиться. То есть у него нет глубокой задачи в том, чтобы, попав в ваш компьютер, немедленно его оккупировать, прекратить всякую возможность распространиться дальше и начинать его уничтожать. Нет. Его задача – использовать ваш компьютер как очередную точку, через которую он должен выйти дальше. Как он выходит дальше? Дальше он выходит, ну, если мы говорим о компьютерах некорпоративных, прежде всего, используя вашу электронную почту. Иными словами говоря, от вас он автоматически рассылает себя по адресатам вашей книги. То есть это может происходить даже в тот момент, когда мы прикрепляем какой-то файл свой к электронному письму и автоматически это возможно, но гораздо чаще он сам отправляет письмо. Самостоятельный вы парень. Вы об этом даже не знаете, да? Поэтому очень важно понимать, что первый источник распространения вирусов для некорпоративной сферы, мы сейчас говорим прежде всего о частной сфере, это почта. То есть, мессенджеры, если мы говорим, и какие-то социальные сети там можно? Вы знаете, на самом деле, ну, сама по себе социальная сеть, это, наверное, не самый удобный для вируса источник распространения, потому что я уже сказал, его надо запустить, да? Мессенджер – это просто сообщение, да? То, что к вам может прийти по нему, ну, фотография, да? Запустить ее невозможно, ее можно открыть в некой программе. Прежде всего это почта. Поэтому очень важно понимать, что для того, чтобы не допускать активного заражения своих компьютеров и компьютеров своих товарищей, друзей, очень важно понимать, что письма, которые к вам приходят, они либо ожидаемы, и тогда вы их открываете, читаете, либо если они неожидаемы, либо пришли от неизвестного вам адресата, их не стоит открывать. Это первое и самое главное. Их просто необходимо удалить. Потому что, открыв письмо, запустив, там, грубо говоря, в нем может быть, как правило, стараются в приложении к письму написать что-то, что вас очень заинтересует. Например, какой-нибудь файл «Как заработать миллион». И вы, конечно же, стараетесь поинтересоваться, ну как же его заработать. Как неужели правило, в этот момент времени, пришло. Да, миллион вы не заработали, но вирус у себя на компьютер вы посадили. Итак, способ распространения в основном почтовые службы, технология прийти и распространиться. Что такое кибератака? Это ситуация, когда в какой-то момент времени все зараженные компьютеры начинают одновременно, это очень важный момент, одновременно выполнять свою функцию. Команда на это действие может быть дана как извне, потому что каждый из них поддерживает связь, информационную связь со своим внешним сервером. То есть тот, кто дает ему команду, пора что-то начинать делать. Да? Либо же это может быть заложено как таймер времени. То есть в один день, в определенное время совершить какое-то нежелательное действие. Каковы цели вирусов? В основной массе своей вот такого вот масштабного, я бы сказал, резонансного действия вирусы, ну, крайне редко производят. Их задача в основном потихонечку оказаться в вашем компьютере и по чуть-чуть воровать ваши данные. Данные, которые кому-то нужны для того, чтобы их кому-то потом перепродать. Это могут быть данные о ваших платежных картах, это могут быть какие-то ваши пароли, какие-то социальные сети. Это может быть просто какая-то любая ваша информация, которая для кого-то нужна. И этот кто-то, отправляя его к вам, старается сделать все, чтобы этот вирус работал для вас абсолютно незаметно и очень долго. Такие резонансные ситуации, которые возникли в Украине сейчас, вот то, что произошло в преддверии Дня Конституции, потому и вызвало резонанс, что это было а. заметным, б. ярким, и поражение получили в основном корпоративный сектор, потому что способ распространения был избран через систему, которой пользуются абсолютно все предприятия. Если вот такая ситуация произошла, что это свидетельствует о чем? О том, что службы безопасности банков, сферы медицины и всех остальных корпоративных, да, предприятий, они просто не работают и не способны противодействовать? Вы знаете, я вам скажу, что мне тяжело комментировать действия всех этих служб. Я могу сказать, почему оказались заражены наши компьютеры и как это произошло. Когда мы проанализировали алгоритмы, мы выяснили, что этот вирус к
нам, фигурально говоря, постучался еще 22 числа. И еще 22 числа система его увидела и остановила. То есть львиной долей, скажем, первая атака, она была 22 числа, угу. Безусловно. Однако, по всей вероятности, модификация этого вируса, потому что, естественно, что кто-то этот вирус пишет, это программный продукт, за ним всегда стоит человек, да, позволило ему все-таки пройти через систему защиты. Думаю, совершенно аналогичная ситуация была и у наших коллег в банках, в больших магазинах. То есть, понимите правильно, это бесконечная борьба с теми, кто пишет эти вредоносные программы и кто от них защищается. В этой борьбе она будет, наверное, столько времени, сколько будет существовать вообще информационное пространство. Поэтому обвинить в этом довольно тяжело. Ну да, сейчас, скажем, победа временно оказалась на этой стороне. Но будем надеяться, что на следующий раз все-таки будет возможность предотвратить. А тем более, что для Украины это что-то новое, такая вот массовая кибератака. А многие эксперты просто кричат о том, что не стоит паниковать, потому что та же Америка, те же страны Европы, либо там Япония, у них это происходит чуть ли не раз в неделю или раз в месяц. То есть люди к этому уже привыкли. Наверное, такой резонанс у нас из-за того, что мы просто с таким еще не сталкивались. Но теперь уже то, что нас не убивает, делает крепче. 100%. Поэтому в любом случае теперь, друзья, помним о том, что и как с этим бороться. По поводу писем, ваши спасибо, комментарии, я думаю, что все учтут. Ну и, конечно же, как отмечают производители тех же антивирусников либо операционных систем, что стоит обновляться все время до последней версии антивируса, ну и, конечно же, вашей операционной системы. Поэтому, друзья, пользуйтесь грамотно и культурно своим компьютером. Мы будем надеяться, что вирусов, таких массовых кибератак уже не будет. Вам спасибо большое за то, что к нам пришли сегодня с утра.